Всех привет и правильного процента. Продолжаем проходить Рим Тутвар. Так, что у нас по поводу данного момента? У нас война идет с Египтом, если не ошибаюсь я. С Египтом у нас война идет. Они сами на нас напали, мы тут не виноваты. Если они хотят нам войну, мы сделаем им войну. Но при этом я бы еще сиракузов бы уничтожил бы. Но у них хорошие отношения с другими странами. Примерно с этими, и вот Массилия. Тоже бы я не против бы захватить. Тут у нас вражеская армия. Ну что, значит, что у нас? Тут больше нам ничего не сделать нельзя. В данный момент мы что-то изучаем. Мы прям что-то делать. Давайте зайдем в нашу, можно сказать, семью. О! Сколько тебе? 17 лет. Я жду тебя. Да ты вырастешь. Мы тебя поженим сразу же. Будто офигенно просто. Ну ладно. Все, тут хватит, да, ну так, политика. Пока у нас развал нет ни у кого. О, видно, появляется. Чуток появился у него. Депутатов, можно так сказать. У нас вообще 85% мы владеем, просто владеем. Всеми депутатами, может, которые вот есть вообще. Сенатом. Ну ладно, депутата сенатом, можно так сказать. Вот тут очень сильный соперник наш может нападать. Тут мы не особо сильно готовы. Ну, надеюсь, мы отобьем эту атаку. Если не отобьем, значит, эта армия придет на помощь. Ну что, конец, можно сказать, матча. Но это не конец матча у нас. Ох, какой у нас воин-то бежит. Так, теперь Египет. Пока Египет на нашей территории не идет. Не знаю, что из этого будет. И кораблей его не видно нифига. Ну, посмотрим, что из этого будет выходить снова. Я так и думаю, что так будет. У нас преимущество огромное. Скажу вам честно. У нас слишком много союзников. Почему-то они еще не выздоровели до конца. А у них просто деваться некуда. Ну что, посражаемся, господа? Посражаемся. Хотя бы где-нибудь мы... Если они нас победят, у них шанс есть на возрождение. Не будет шансов на возрождение. Можно так сказать. У нас армии меньше. У нас при этом город. Неприятель попытается обойти ваше укрепление или взять их штурмом. Пусть лучники отстреливают врагов на подходе, а войска ближнего боя добивают тех, кто добрался до площади. Задача врага – уничтожить защитников. Если ваши люди побегут, вы также проиграете битву. Ну что, расставляем войска. Так, все там, да, наверное? Ой, блядь, как мне бесит это переключение. Тут вообще написано, что мы можем еще проиграть. Господа. Гастаты. Башня у нас почему-то тут уничтожена. Я надеюсь, тут никого не будет. Вы... Идите сюда. Так. Кроме конницы. Идите сюда пока.
Astarte, commander! Proud Romans all! Понятно, все здесь у нас так, окей. Ну, вы приблизитесь, идите сюда. Вот так, встаньте пока, а там разберем чуть позже. Как и чего вам надо. Так, эти вы тоже идите сюда пока. Все, начать битву, смотрим, что у нас дальше будет происходить. Так, как интересно будет стрелять вообще. Ну что, они приближаются? Да, они приближаются, господа. Так, корабли. Нам любые войска нужны на суше. Любые войска нам нужны на суше. Принципес! In service to Rome, Socii Equites, Luis Ordinari! Вы что, тоже стрелять, что вы будете? Нихуя себе, вы пиками-то стоите? Вообще бы какие-то, блядь, крестьяне тут с мечами, без щитов. Это кто такие вообще, плеб? Они при этом не скрытные нифига. Посмотрим на битву. Да, это тоже, это наши вообще-то... Римляне, можно сказать. Наши союзники бывшие. Что-то решили забунтовать, блин. Да я вас так и буду мочить, ё-моё, господа. Зря вы это делаете, у меня уже такой не первый дом так уходит. Да, может, у них войска очень интересненькие, блин. Так. Так, мы снова здесь, извините за... Точнее, для вас это будет секундная, от меня нет. Ну что, нас атакуют. Хотя битву посмотрим, выдержим мы эту битву или нет. Но компьютер подсчитал, что там у нас колоссальное преимущество. Ой, простите. Ну, баланс сил как-то изменилось. Сейчас у нас уже закончился. Так, у нас тут еще есть. We await your command! Это вяло, у них тут армия. Ну, еще идем сюда. Так, у нас начинается атака уже. Сипись, обстрел идет. Наши ряды дрогнули. Да, фигово, а. О, они спустились, господа. В атаку. Наши бегут с поля боя. Так, какой что у нас позор. Вообще? Тут конница у нас, да. Тут у них даже боя. Вот еще они есть. В атаку сюда. Да, у них слишком много народу здесь, господа. Вы ебанутые. В атаку говорю, бля. Так, вы конницы здесь. Идите сюда.
Наши бегут с поля боя! Какой мы начинаем проигрывать, господа. Неужели компьютер сказал так, а мы будем проигрывать? Так, помочь. Jupiter gives us strength. Мы помогаем своим. Наши бегут с поля боя. А? Какой позор. Давайте, конница, забегайте в них, прям в тыл пошли. Уходим. Так. В атаку. Это же плохо. Иди сюда, пожалуйста. То пока они не могут захватить, это замечательно. Просто здесь они приедут на помощь. Идем в атаку, помогаем нашим пехотинцам. Ну, я не знаю, микрофон выключен или нет. Это все зависит от микрофона само по себе. Ну ладно, тут продолжаем битву. У нас мы начинаем проигрывать, это очень плохо. Ой, блядь, а ворота-то почему открыты, господа? Господа, ворота-то почему открыты? И почему я секундомер забыл поставить? Ёб твою мать, что творится-то у меня? Так, подожди, конница. Иди сюда, пожалуйста, бегайте. Идешь в атаку. Это очень плохо. Захват идет. Здесь мы проигрываем тоже битву, господа. Очень все плохо. Они мечники, можно атаку пойти в них. Бля, вот пики очень фигово, они нас подмочили. Да, полагаю. Иди сюда, одному отряду. Да, бля, куда ты идешь? Иди сюда. А вы идете сюда пока. Кто такие вообще у них? Это конец у них какая-то стоит непонятная. Иди сюда, пожалуйста. Да, тут битва не на жизнь, а на смерть, господа, идет. Да, жестокая битва у нас. Идите сюда, пожалуйста. Бегом. А, это у нас не открыто просто, а? Ну, по виду не знаю, может даже победим здесь. Шансы большие для нас тоже. Так, битва у нас идет, тут конец вообще просто проигрывает. Уходим отсюда. Что такие, блядь, у них войны-то сильные, я не понимаю вообще. Давай, помочь. Блядь, эти тоже попёрли сюда. Ёб твою мать, а! А где наш полководец вообще? Ёб твою мать. Иди сюда. Это пока у нас проигрывают. Здесь пока более-менее стабильно держимся мы. Он тут атакует. Пока ждем здесь. Конницы нельзя прям просто взять и ворваться в наш город. Если боевой дух принесет нам, это будет просто замечательно.
И мы, надеюсь, вот эту толпу разгромим нафиг. Смотри, какая толпа тут сражается, господа. Это просто огромная армия воинов. Окей. Здесь что у нас продолжается на стенке война? Ну тут еще эти пикинеры, это какого? Стрелковые на стенке. Надеюсь, мы их без всяких проблем победим. Мы много теряем, очень много воинов теряем. Вот тут у нас победа вообще колоссально идет. Мы, может, даже сейчас спокойно сможем победить их. Спину им ударить потом. Что-то стоят, не знаю чего. Тут стоят, так что скоро нам может уничтожить наши ворота. В нашу пользу. Замечательно, мы начинаем побеждать. Это колоссальное преимущество, господа. Наконец-то это я вижу прям своими глазами. Да, у них солдаты просто тут улетают. Они, если не ошибаюсь, спешиться могут, да? А это что за лучники у них на конях, а? Что они делают, я не понимаю вообще. Вражеский военачальник убит. Офигенно, просто огромное преимущество то, что мы сейчас можем их как вот отбить. Бля, это очень плохо. Уходим, 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 господа, это же копейщики, вы чё? А похуй, они уже бегут. Господа, они уже бегут все. Все, они бегут, просто бегут. Мы выиграли эту, мы выдержали этот город. Завершить битву, замечательно просто, просто замечательно. Это наши, можно сказать, стены. А чё, у нас вообще никого нету? Ну не, нихуя себе так. И чё, не пропали вообще или нет? Я просто знак вопрос. Не понимаю, что творится. Ну всем, это просто занимательно. Уничтожена фракция сенаторы сепаратисты. Ребенок умер, блять, очень плохо. Больше не в ранге. Вириум какой-то у нас тут творится. Так, строительство завершено, замечательно. Еще больше у нас еды стало. Ну, это как всегда. Так, окей. Что у нас тут есть? Этот идешь сюда. Ждем атаки, атака Макамедис. Этих, получается, кого? Египтянинов. Или мы будем атаковать их. О, у нас тут строительство предлагают. Ну, тут надо и пища плюс 8. Ну, вообще нормально, пища плюс 8. Давай тебя построим, а это я не знаю. Подождем пока. Пока подождем, не будем тратить строительство. Тут у нас много чего можно построить еще. О, рыбную ловню тут можно построить, да? Потому что дофигища так у нас будет. Так, давайте, может, храмом займемся. Это у тебя займемся. Пока все, хватит здесь. А как у тебя с пищей? Плюс 4. Минус 4. Знаю, получается то, что у нас пищи не хватает здесь будет, да? А рыбной ловли уже все, максимально получается. Обидненько. Или вот это перестраивать, а? Да попробуем перестроить, а там посмотрим, что у нас будет. Так. Все-таки общественный порядок. Ну, нормально, общественный порядок, тут даже волноваться нечего. Что у нас в Риме? Хотел бы в Риме что-нибудь построить. Ну, давайте вот тебе построим, знаешь, получается. И все, больше у нас ничего такого нету. Здесь тоже сам, пока я ничего строить не хочу.
Здесь что у нас? Ну, тут рыба. Давайте рыбу построим. А тут уже денег у нас не будет хватать, увы. Здесь у нас больше хватает денег. Ну, тут подкрепление идет. Так, тут что? Мы идем уже сюда, получается. Европу пойдем вот атаковать. Сейчас он добежит, мы возьмем теперь пару войск здесь. Так, берем пару войск здесь. Так. Ну, давай тебя, значит, возьмем. И все, пока, да? Пока у нас ничего нету, у нас еще два можно ему прибавить. Денег у нас вообще нет. Тут у нас что за ребенок у нас умер-то опять, а? Что-то дети так погибают очень жестоко-то, на самом деле, скажу честно вам. Вот это, да, получается? Ай. Обидно, обидно. Так, тут что у тебя? Пока 18 лет, в 20 лет тебе нет, 18 только в данный момент, пока ничего не, мы не сделаем. Когда там, блин, у нас... Так, здесь у нас все, да? Да, тут уже все, можно опять плыть обратно, но мы можем сюда приплыть, фиг с ним, далеко не будем уплывать. А может даже в Египет поплыли, а? Ну ладно, потом разберемся. Потом разберемся. Так, тут у нас подкрепление идет. Здесь нанять тоже никого не могу, но 13 пока достаточно. Ну что, пропускаем ход, посмотрим, что у нас дальше будет происходить. А, у нас получал... Ты получил повышение, господа. Он получил повышение. Смотрите, все прикольно. Ну давай вот это прокачаем тебе. Замечательно. Ну все, конец хода. Посмотрим, что у нас дальше будет ходить. Так, мирный договор они хотят. А нахер на нас атаковали. Значит, нет, я пока не согласен. Пока не согласен с этим мирным договором. Слишком много они хотят, на самом деле, скажу честно. Так, что они, вступить в войну с ними? Я отказываюсь. Не хочу заморачиваться. Так, внимание, время действия защиты истекло. Строительство замечательно, вообще еще больше еды у нас стало. Фракция уничтожила астребаты какие-то. Хороший знак, это тоже хорошее знак. Войско набрано, замечательно. Так, у нас уже 6 тысяч есть. 7 тысяч у нас плюс, так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Это пока мы ничего не сможем сделать. Здесь что у нас по плюсику? То же самое, ничего хорошего здесь нету. Все нам максимально стоит. И население так и поднимается, поднимается, но очень медленно. Так, ты у нас что? Идешь сюда. Бежишь, бежишь, бежишь в Европу, там будем уже разбираться чуть позже. Ну давай сюда пока, а потом разберемся, может закупим что-нибудь. Так, окей. Здесь у нас идет армия. Этому городу уже остался еще один ход. А ты идешь продолжать дальше к Египту. Посмотрим, что из этого выйдет. Что у нас с Карфагеном? У нас Карфаген слишком много чего строительства есть. Можно сделать чеканной монетой. Ну, вот это больше приносит нам денег. Дом Вивира. Так, окей. Здесь у нас торговый порт можно построить. Сколько у нас? Ну, тут нормально по... Можно сказать, по этим. Ну, тут рыболовлю можно и какую-нибудь еще религию, да? Давайте Нептун тут поставим. Давайте Нептун тут поставим. Поставим Нептуна, господа. Поставим Нептуна. Так, у нас строительство уже все идет, да? Он полным ходом. О, а вот это я забыл. Да, тут у нас по поводу еды, да? А тут еду не поставишь. Только если вот эту форум поставишь. Ну, давайте форум поставим. Дадим такую еду. Так, ты у нас добился до этого момента. Так, что у нас? Давайте конницу здесь еще наймем. И все, да, пока все. Значит, следующий ход будем еще кого-нибудь из пехотинца нанимать. Так, что у нас по поводу тебя? Тебе 19 лет, значит, в следующем ходу будет у нас уже много лет, да? Точнее, 20. И мы тебя повышение получим, может, даже женим. Это просто замечательно. Но это пока у нас не готово ни к чему. Ну что, господа, пропускаем ход. Я думаю, это, скорее всего, последний ход. Я не знаю, сколько времени я потратил. Я думаю, скорее всего, мало потратил времени на эту запись игры. Точнее, этой серии, но при этом все равно закончу.
Сейчас мы этот ход пройдемся и посмотрим, что это будет. Не знаю, запись как будет очень фигово, скорее всего. Отвлекали, еще микрофон выключил. А у нас еще микрофон неизвестно. Так, жертвы посредствами, войска набрать. Родился ребенок, замечательно, просто офигенно. Так, новая фракция, Сарди. Это здесь, нифига себе, Сарди здесь находится. Селиквиды, знакомая фракция. Да, мы еще до сих пор воюем с Египтом. До сих пор воюем, так фильм говорю, как будто я, бля... Вообще, действий пока мы не делали никаких против Египта. Даже они против нас ничего не делали. Так, что надо по новостям дальше? Вот, замечательно, хороший расклад. Так, пока мы тут делать ничего не будем, строительство завершено. Замечательно, хорошая новость. Так, что у нас здесь? Здесь у нас можно у тебя поставить. Замечательно, просто сколько у нас. Это просто замечательно. Так, время. Пока ничего интересного не происходит у нас здесь. Здесь можно хромар. Так, ну что у нас, плюс 10. Минус 4. Ну, давайте построим все-таки ее. Так, давайте тут наймем, пока делать ничего не будем. А, ну тут у нас ничего такого нет, да. Гладиаторов наймем. А, и все, да. Ну, как всегда, обычно и бывает. Строительство много времени, много потратили, а это не сделали. Окей. Так, ты у нас наконец пришел сюда. Смотрим границы их сейчас, дома этого города. И уже будем, скорее всего, отправлять армию туда. Ну тут у них и 3 человека уже есть. Вообще-то можно, скорее всего, сюда больше сходить. Тут более интересный у нас пора событий, может, что-нибудь будет здесь. Так, берем мы сюда, переходим к тебе, даем тебе повышение. А, жениться ты не сможешь, у тебя... У меня недостаточно денег, вот, господа, вот такое просто событие у нас. У меня недостаточно денег. Ну ладно, ничего страшного, на этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии других поражений. Всем удачи вам и пока!